Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди исцелися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Христе Боже, благослови, делайся. Спасибо, Господи. Вот самая главная часть концерта уже состоялась, дорогие друзья. Вот. Добрый вечер дорогим присутствующим, добрый вечер Марии Васильевне Зубовой, благодарность жителям этого замечательного дома, благодарность всем тем, кто пригласил и меня, и всех вас, нас всех сюда, в это прекрасное место. Помнится, как последний раз мы собирались здесь, 2 года назад, 29 июня, что-то сказал, 29 июня по новому стилю, 2021 года, когда была пандемия, некоторые были в масках, и был концерт, который сегодня практически весь будет повторен, но еще другие будут сочинения исполнены. Вот. И этот концерт был тоже летом, а сегодня мы собираемся в день тоже 29-го, почти 30 июля, но по старому стилю, а по новому стилю 13 июля. И все знают, что это вчера был великий праздник первых верховных апостолов Петра и Павла, и сегодня день всех 12 апостолов, а это еще и потому важно, потому что сегодня мы будем исполнять произведение двух хозяев этого дома. Василий Павлович Зубов, отец Марии Васильевны, и его отец Павел Васильевич Зубов, которые здесь жили, родились и скончались в этих стенах, и, конечно, они мысленно тоже здесь присутствуют сейчас и нас слушают. Тем более, что некоторые сочинения будут сегодня исполнены впервые, и им тоже интересно послушать, как это будет звучать. Я думаю, что я очень вкратце коснусь истории этого дома, можно прочесть, многие знают эту уникальную историю, уникальную возможность присутствовать нам здесь. И скажу только, что огромный архив, который сейчас, вот в эти дни, месяцы, годы разбирается, он приводит нас, он дарит нам все новые и новые находки. И вот 2 года назад, или 2,5 года назад, Мария Васильевна сказала, что вот я нашла сочинение моего отца, Василия Павловича Зубова. Василий Павлович, которого называют русский Леонардо, родился в 1900 году, умер в 1963. Он является... Ну, мне даже трудно сказать, кем он был, историком архитектуры и, в общем, философом, и, кроме того, еще и музыкантом. Он был ученым-энциклопедистом. И вот то, что он играл на рояле в 4 руки с Нейгаузом, Генрихом Густавовичем, и Генрих Густавович говорил, что вот профессора консерватории не хотят играть со мной современную музыку Шонберга, Веберна, Булеза, а вот Василий Павлович играет.
Вот, и они музицировали с Василием Павловичем здесь. Это говорило о том, что Василий Павлович прекрасно читал с листа на фортепиано незнакомую музыку. Вот. А то, что он сочинял, об этом не знала даже Мария Васильевна. И она сказала, что... Простите, что я говорю, она, Мария Васильевна, при вас. Сказала, что вот сочинения, о которых он никогда не говорил никому. И сочинения эти написаны в период с 14 по 16 годы. То есть, когда Василию Павловичу было 14-16 лет, когда он был гимназистом. И сочинения эти написаны в двух, как бы я бы сказал, в двух разных стилях. Это показывает, что он, с одной стороны, овладевал музыкой, и вот этот вот домашний, салонный стиль, в котором прозвучит первое сочинение его, которое я сегодня исполню, музыкальная поэма «Иерусалим». Вот, и этот домашний стиль, он такой, как бы немножко неумелый, но не потому, что Василий Павлович как будто не умеет. Потому что тут же, буквально в следующем году, в 15-м, он создает фортепианные произведения, из которых будет исполнено три пьесы, опус 2. Прелюдия, поэма и прелюдия. Вот эти три пьесы, они уже написаны в стиле позднего Скрябина, а Скрябин, как известно, вот как раз в 15-м году, в апреле, и умер. И вот даже пометки в нотах на французском языке, они характерны для сочинений самых последних поздних опусов Скрябина. Вот, и мы совершенно будем поражены вот этой стилевой такой какой-то модуляцией этого юного человека. И после этих трех фортепианных пьес прозвучит очень короткий марш, марш кавалеристов в четыре руки. Мы сыграем его с Александрой Мурадовой. Вот, Александр это представитель вот семьи, которая сегодня, кроме меня, будет участвовать в концерте. Вот. И он, этот марш, тоже написан в таком вот салонном, немножко детском таком юмористическом стиле. Вот. Это я рассказываю о том, что будет в начале концерта, но я забыл сказать очень важную вещь, что в самом начале концерта мы послушаем одну небольшую пьесу немецкого композитора Пахельбеля, который жил до Баха еще, в 17 веке. И эту пьесу сыграет, сейчас я возьму программку, забыл фамилию. Фамилия, а? Арсений Шаханов, да, вот, а вот она у меня в кармане, так много карманов, что начинаешь путаться в них, вот, мы программки поместили в самом конце, но как-то вот, во-первых, это юный исполнитель, я достаточно громко говорю, да, чтобы запись, а мне сказали погромче говорить, микрофон? А, вот он, да? Ага. Вот. Во-первых, Арсений самый молодой участник нашего концерта. Вот. Во-вторых, произведение, так сказать, самое раннее, самое старинное. Вот. А в-третьих, что самое главное, это ученик третьего класса, Арсений Шаханов, является учеником третьего класса школы имени В.В. Зубова. Это не Василий Павлович и не Павел Васильевич, а имя-отчество никто не знает? Пол. Владимир Васильевич. Владимир Васильевич.
Это брат, да? Это нет, это родственник, но не прямой. Понятно. Ага. Не по крови. Школа. Да, школа музыкальная, школа имени Зубова именно музыкальная в городе Александрове. А город Александров, я специально много говорю, пока кто-то еще приходит, город Александров – это тоже родина, вотчина вот этого как бы вот рода Зубовых-Полежаевых. Об этом можно подробно прочесть в интернете, в книге, которую подготовила Мария Васильевна Зубова, «Хроника Зубовых-Полежаевых». Сейчас об этом уже, наверное, будет слишком много говорить. И мы сейчас, наверное, попросим Арсений, да, попросим тебя выйти и сыграть нам сарабанду Пахельбеля. Нам, что такое, как бы вот такой импульс нам дан. И теперь я передвигаюсь поближе к инструменту. Все инструменты, которые здесь находятся, это инструменты из дома Зубовых, которые принадлежали семье Зубовых, которые были ими приобретены. И это, видимо, самый молодой инструмент. Он 1905 года, совсем юный, ему всего 118 лет, а все остальные гораздо старше. Вот, поэтому вот мы и выбрали этот инструмент, который способен выдержать наши звуки сегодняшние. И вот это первое сочинение «Иерусалим». На обложке написано: «Посвящается моему дядюшке Сергею Митрофановичу Грачеву». Сергей Митрофанович за некоторое время до написания этой музыкальной поэмы посетил Иерусалим. И, видимо, вот содержание этой поездки, о которой он рассказывал юному Василию Павловичу, и как бы навело на мысль Василию Павловичу это содержание описать в музыке. Здесь написано 1914 год, я прочту первую страницу. «Иерусалим. Музыкальная поэма. Сочинение В. Зубова. Содержание. Отъезд. Воспоминания о родине. Игра в четыре руки, и в две руки, Софья и Митрофан». То есть Митрофан играл с Софьей. «Буря в Яффе», «Флирт в Яффе». Видите, как даже флирт был. «Встреча с бедуинами». Вы услышите мотив бедуинов. «Возвращение на родину», «Финал», «Собственность издателя». Москва, 1914 год. Надо сказать, что, ну, вообще, вот у Баха тоже самое первое его известное сочинение было «Каприччо на отъезд возлюбленного брата». И там тоже есть такие же примечания.
Вот мы уговариваем брата не уезжать. И какая-то связь между самым ранним сочинением Баха и вот этим, она очевидна просто. Музыка, которая изображала какое-то реальное событие. И как и у Баха, здесь в нотах есть слова. Бах, которому было 16 или 17 лет, пишет: «Все родные уговаривают брата не уезжать», а брат уезжал, кстати, на войну с русскими. Вот. И также и тут Василий Павлович пишет, например, как появляются бедуины, и мы спрашиваем их «О пасехе мин Иерусалим» по-французски, «Как добраться до Иерусалима?» А бедуины грозно отвечают «Бакшиш», что означает «гони монету». И после этого следует страшный пассаж. Видимо, все русские испугались, что их сейчас там что-нибудь с ними сделают. В общем, так, тут такая немножко юмористическая пьеса, и не нужно от нее ожидать много. Вот. Поэтому я сейчас ее исполню как некое вступление. Thank you.
Я думаю. Какие-то сцены, о которых много раз рассказывалось, но чудо, что это сохранилось, и эта музыка здесь, вот в этих стенах, может быть, в этой комнате прямо и звучала, может быть, даже на этом рояле. Поэтому
совершенно уникальный, драгоценный, что мы сейчас можем попробовать хотя бы прикоснуться к этому. Вот. И как невероятный совершенно контраст, вот три пьесы того же самого человека, написанные им в, ну, вот, через год, вот в 15-16 годах. Первая пьеса «Прелюд» посвящена Алексею Ремезову, известному писателю, поэту, представителю русской литературы Серебряного века. Это я уже говорю, так сказать, то, что написано на титульном листе. Какие были отношения у гимназиста Василия Зубова с Ремезовым, мне пока неизвестно. Может быть, это будет как-то еще открыто в исследованиях архива. «Прелюд», опус 2, номер 1. Затем, я сразу скажу про все три пьесы. Затем «Поэма», опус 2, номер 2. И третья пьеса «Прелюд», опус 2, номер 3. Thank you.
Thank you.
31 января 2016 года. Можем много здесь рассуждать о том, что в то время многие думали, что вот это Первая мировая война и революция, которая уже чувствовалась, были эсхатологические настроения, ожидания конца света. И вот в музыке позднего Скрябина они наполняли все. И музыканты, я читал многие дневники многих музыкантов, каждое новое сочинение Скрябина, вот опус 66, 67, 68, они мгновенно издавались, и все музыканты их мгновенно раскупали. И вот это было как бы, что он что-то новое открывал в музыке в каждом опусе. И видно, как молодой, юный гимназист покупает, я прямо могу сказать, где 8-я соната, где 9-я, где поэма «К пламени» мы услышим сейчас в вокальных сочинениях. Теперь я сыграю, мы с певицей, замечательной певицей Галиной Мурадовой, сейчас мы исполним 6 произведений, 5 из которых будут для голоса и фортепиано, а одно, 4-е по порядку, это мелодикламация. Я сначала прочту стихотворение «Северянина», а потом сыграю музыку, которую Василий Павлович написал на стихи, вот на эти стихи «Северянина». И подбор поэтов тоже абсолютные вещи, которые написаны в 14, 15, 13 годах. Буквально вот музыка тоже видно, как юный Василий Зубов изучает Дебюсси, Скрябина. Видно, как вот все, что мы знаем, например, мы только в 80-е и 90-е годы узнали композитора Николая Рославца. А это очень, очень похожая на Рославца музыка, которую мы узнали вот сейчас, в 20-е годы 21 века. И я сначала просто расскажу, мы не будем прерывать словами этот как бы такой, созданный нами вокальный цикл. Первая вещь называется «Лиловые гроздья роскошных глициний». Это стихи Константина Бальмонта. Затем «Влага», тоже на стихи Константина Бальмонта. «Берсьёс томления», то есть колыбельная песня томления, это «Северянин». Потом я прочту стихотворение «Северянина», которое он написал, когда ехал на поезде по Китаю, по Маньчжурии, и описывал то, что он видит из окна, где при вздохе ветерка поет фарфор. Вот именно, думаю, что Василий Павлович не был в Китае, и не тогда, не, наверное, после, но вот ему это очень так показалось созвучным, эта музыка. И дальше мы еще две вещи споем, сыграем, исполним с Галиной Мурадовой. Это первая «Роза огня» на стихи Вячеслава Иванова. Все эти фамилии очень известны. Это, здесь мы услышим поэму «К пламени» Скрябина. Как будут намеки. Причем Скрябин написал свою поэму «К пламени» в 14 году, а романс написан в 16-м. И последняя «Экстаза», такой импрессионистический пейзаж, конечно же, на слова Игоря Северянина. Галина Мурадова, сопрано, пожалуйста.
Ты влага на слова Константина Бальмонта. Поет фарфор. Маньчжурский эскиз. Там, где нежно колокольчики звенят, и при вздохе ветерка поет фарфор, еду я, восторгом искренним объят, между бархатных полей и резких гор. Еду полем. Там китайцы сеют рис. Трудолюбием дышат лица. Небеса ярко-сини, поезд с горки сходит вниз, провожают нас раскосые глаза. Деревушка из
сердца вокруг стена. Там за ней фанзы приземисты, низкие. Жизнь скромна, тиха, убога, но ясна. Без тумана русской будничной тоски. Пасть раскрыл свою, на нас смотря, дракон, что из красной глины слеплен на фанзе. Я смеюсь, мне грозный вид его смешон. Село солнце, спит трава в сырой росе. Thank you.
экстаза. Стихи Игоря Северянина. Сочинение для тех, кто просто очень любит музыку и не хочет покорять новые миры, как вот он пытался сделать это в прелюдиях и пьесах. Вот, и это марш «Четыре руки», который называется «Сережа кавалерист». И на нотах «Сережа кавалерист», на обложке «Дядя Сережа кавалерист». Марш для фортепиано в четыре руки, видимо, они очень играли с Сергеем Митрофановичем в четыре руки много, и он пошел воевать в 14 году, и вот отношение, видимо, было такое геройское, вот слава армии, слава солдатам, вот интерес, вот бой, никакого страха, никакого ужаса перед войной, может быть, и не было, может быть, и было, может, она пряталась. И вот тут всего две странички и подпись «Крутец» 16 августа 1916 года. Это как раз «Крутец» — то место около Александрова, где живет наш дорогой Арсений, который сегодня играл. Ну, ты в самом Александрове живешь, да, Арсений? Нет, тоже. Именно в Крутце. Вот видите, какая связь географическая. Вот Арсений Шаханов из города Крутец, и мы сейчас услышим музыку, которая написана именно летом на отдыхе в Крутце. Я только должен сказать, Александр здесь, Александр уже здесь. Вот, это дочка Галины, просто я вот, так сказать, по-семейному, по-свойски представляю. Александр потом будет аккомпанировать Галине мои романсы.
Вот еще нам предстоит такое. Вот, пожалуйста, Михаил. Речь очень короткая. На первом концерте мы играли с Валерой Харламовым, и мы ее бесили, потому что она такая короткая была, что даже не успев начаться, уже закончилась. Да, давайте, Сашенька. Потому что отец Василия Павловича, Павел Васильевич Зубов, годы жизни 1862-1921, и вот кончина его как раз 2 июля 21 года. Это тоже очень-очень значительный человек в истории русской культуры, как и Василий Павлович. Он нумизмат. Его огромная коллекция монет. Если я что-то неправильно буду говорить, Мария Васильевна, вы меня поправляете. Потому что я не так хорошо знаю, конечно, историю вашего рода. И он нумизмат, и эта коллекция его монет была им передана в Московский исторический музей, после чего коллекция исторического музея стала самой крупной или одной из самых крупных в мире, после, по-моему, Британского музея. И также Павел Васильевич передал в 17 или 18 году свою коллекцию замечательных, потрясающих струнных инструментов, скрипки Страдивари, Гварнери, Руджери. Эти скрипки покупал его отец, тоже Василий Павлович, но старший, который как раз вот был купцом, и он занимался, и он также был в течение одного года возглавлял русское отделение российского, московское отделение российского русского музыкального общества, РМО. С 1884 по 1885 год. Это Василий Павлович старший, отец Павла Васильевича. То есть все Зубовы проявляли музыкальные таланты. И вот уже после того концерта, который состоялся 2 года назад, здесь, 29 июня, Мария Васильевна сказала, что она нашла еще одно сочинение, но уже не Василия Павловича, а Павла Васильевича. Это большой концерт для скрипки. Вот на титульном листе, который, кстати, на титульном листе программки изображен, мы можем внимательно здесь посмотреть, что тут написано. Потому что не все так просто на этом титульном листе. Первый большой концерт для
скрипки, но с аккомпанементом фортепиано или оркестра непонятно. Потому что, хотя то, что в нотах это фортепиано, но там есть разметка инструментовки, то, что возможно, или где-то хранится еще партитура, или это только в планах осталось. Надо сказать, что Павел Васильевич играл в студенческом оркестре, в оркестре Московского университета. И, возможно, именно для этого оркестра он и писал этот концерт. Концерт в трех частях. Концерт серьезный. Он не такой длинный, около, может быть, 10-12 минут он идет. Но здесь есть полноценная аллегро, полноценная вторая часть и полноценная рондо-финал. Вот, и концерт для скрипки, а дальше написано, посвящается Василию Павловичу Зубову. Именно вот огромными, большими буквами поставлена фамилия того, кому посвящено, а не фамилия композитора. И дальше уже ниже и мельче посвящено, сочинено Зубовым Павлом Васильевичем. Вот такое как бы почтение к отцу, то есть к дедушке Василию Павловичу, к дедушке Марии Васильевне, вот к тому самому человеку, который покупал эти инструменты, которые сейчас составляют гордость коллекции музея, музыкального музея культуры, бывшего музея имени Глинки. Эти инструменты, на них весь 20 век играли и сейчас играют все лучшие скрипачи нашей страны, и их выдают на временное пользование, и все скрипачи Ойстрах, Коган, Третьяков, ну, возят их по всему миру, берегут их как зеницу ока, эти инструменты. И, может быть, даже не все знают, что они вот в этом доме находились, что они переданы хозяевами этого дома, государству, подарены, и что вот в тех звуках, которые наполняют уже больше 100 лет весь мир, есть частица труда Павла Васильевича, Василия Павловича старшего, потому что они покупали, создавали. И вот, видимо, этот концерт писался для этих инструментов. Мы не знаем, он тут написано опус 1, мы не знаем, есть ли другие сочинения у Павла Васильевича, но это чудо, что эта музыка найдена, чудо, что эта музыка вот записана. Она записана очень интересно. Может быть, не всем будет это понятно, но трудность исполнения этого концерта в том, что есть партия скрипки отдельно, и есть отдельно партия фортепиано. А партитуры вместе просто не существует. Вот поэтому как бы вот довольно трудно играть. Я играл в своей жизни одно такое сочинение по таким нотам. Это скрипичная соната композитора середины 19 века Джорджа Онструфа. То есть такая традиция существовала, и это именно вот старинный способ записи музыки. Потом, видимо, для простоты, для легкости, в общем, начали писать так, чтобы пианист видел партию скрипки. Мы исполним это сочинение с сестрой Александры Мурадовой, Анастасией Ольхиной, так что сегодня у нас семейный концерт. Мама Галина Мурадова поет, и две ее дочери, две сестры Александра, они меняются на записи. Анастасия, пожалуйста. Анастасия Ольхина.
и вторая. Адажу молитва со скануто. Вот будет финал, по-моему. Thank you.
Мария Васильевна хочет подарить скрипачки, скрипку Страдивари. О, Мария Васильевна, сейчас мы позовем Анастасия, Настя, вам хотят подарить скрипку. Еще одну. Наша программа продолжается, и еще у нас в программе Мария Васильевна была так любезна, что сказала: Иван Глебович, ваше сочинение, пожалуйста. И когда она узнала, что сочиняет Настя, Анастасия, композитор, и ее сочинение, пожалуйста. Так что вот, пожалуйста, мы выполняем просьбу с большим удовольствием. И сейчас прозвучит ноктюрн Анастасии Орехиной для скрипки и фортепиано, которую исполняют сестры Анастасии Орехиной скрипки и Александра Мурадова, пока еще, наверное, фортепиано. Настолько любезно, что кому цветы, Мария Васильевна? Предыдущих.
юных исполнителей я хочу поздравить еще одна. Давайте. А как-то все быстро уходят. Сейчас я их верну. Это страшно. Простите. Девушки, вас хотят поздравить. Дорогая Мария Васильевна, сейчас вручит вам сувениры. Простите, что я занимаю ваше время. Вот Борис Васильевич говорит, Иван Глебович, и ваши фортепианные, да, а Галина очень хотела сегодня осуществить премьеру моих вокальных произведений. 7 романсов на духовные стихи русских поэтов. Мы их споем сейчас, а перед 7 романсами я сыграю 3 прелюдии из моего цикла «Евангельские картины». Она прелюдия, гутатив и эпилог. Эта музыка звучала в этом зале, я помню, тоже. И вторая прелюдия посвящена Голгофе. Третья прелюдия посвящена празднику Крещения. А пятая прелюдия – это «Птица небесная».
заключении нашего вечера, семь романсов, Иван Соколов, семь романсов на стихи русских поэтов. Эту музыку я написал в июле 2020 года, три года назад, и так получилось, что мне хотелось, поскольку Галина и Александра, мама и дочка, и они живут в одной квартире, пока еще, им удобно вместе репетировать. И я говорю, давайте вот, чтобы мне не ездить к вам с Виблова, сейчас лето, Сашенькой, позанимайтесь. Вот. И я позавчера приехал домой, в Свиблово, это мои друзья, уже мы с ними в 2020 году как раз познакомились. Мы репетировали и с Анастасией, и с Галиной. И когда мы стали репетировать, я стал слушать романсы, которые исполняли Галина и Александра. Вдруг Саша сказал, мне надо идти, я уже бегу. Вот. И последние два романса я проаккомпанировал Галине. И у меня было такое чувство восторга, что я сказал, я на концерте тоже буду вам аккомпанировать. Так что сейчас прозвучит пять романсов с аккомпанементом Александра, а два с аккомпанементом вот автора. Вот. И первый – это «Ава Мария» на слова Афанасия Фета, известная «Ава Мария, лампада тиха», я прошептал четыре стиха. Второй романс – «Образ Троеручицы». Как раз мы репетировали 11-го позавчера в день Троеручицы. Вот здесь рядом болгарское подворье и чудесная икона прямо на улице. На слова Клычкова. Третий романс «Хвала Богоматери» – это как бы акафист Максимилиана Волошина. Такое подражание в форме акафиста. Стихи потрясающие. Четвертый и пятый романсы «Утром сорвала в саду я» и «Как чудесно нынче в храме» на слова юного поэта Жени Латышева. И шестой романс «Над узором вечернего неба» поэт Юрий Анисимов, годы жизни 1886-1940. Это поэт, который вот Серебряный век, но совсем неизвестный. И последний романс «Ландыши», известное стихотворение митрополита Иосифа Чернова, которое он написал в ссылке и посвятил Пимену Извекову, который потом впоследствии станет патриархом. Это, видимо, 50-е годы. Я очень почитаю этого удивительного человека, митрополита Иосифа, который последние свои годы провел в Алма-Ате, в Казахстане, не только в Алма-Ате, но там. И вот одно из его стихотворений, такое известное, вот, оно завершит и наш концерт, и этот цикл. И я приглашаю Галину и Александру. Спасибо. Сердце готовое.
Yeah.
И как в романах раньше писали, продолжение следует.